Добрый день, дорогие друзья, с вами Дукит, канал World of Games. Это будет, наверное, мой самый короткий обзор. Я в нем расскажу для тех, кто не знает, как записать музыку, песню или звуки с интернета или с компьютера. Ссылку на эту программу я вам скину под видео. Вот эта сама программа данная. Здесь, видите, есть файл, ну не файл, а есть... Короче, скачать вам либо это на семерка, восьмерка, либо это даже есть XP. То есть выбираем нужные вам файлы, скачиваем. После чего мы открываем программу. Здесь настраиваем микрофон, колонки, путь сохранения ваших исходных файлов, куда вы будете сохранять. Также битрейт. Вот. После чего мы открываем ваш видеоролик, либо это будет клип какой-то там, я не знаю, либо это будет просто какое-нибудь видео, либо это может фильм какой-нибудь, какая-нибудь музыка там понравилась. Просто включаем, нажимаем запись, все, запись идет, записывается, мы записали, что нам нужно, ставим стоп, все, файл готов к использованию. Ну, эта программа больше, наверное, отходит для тех, кто занимается монтажом. Ну, также есть моменты, да, когда, может быть, тем, что-то кому-то что-то понравилось, ему вот звук, допустим, или музыка, или там определенный какой-нибудь, может, подтекст из какого-нибудь, ну, художественного материала или, там, или видео, ему хочется записать. Просто также открываем и записываем, и все, и вставляем, там, или себе, не знаю, куда хотите, может, там, на диктон для телефона ставить, там, для мелодии или еще что-то. Ну, короче, вот, ребят, есть. Это, наверное, самая простая программа, с которой я сталкивался, ничего сложного здесь нету. Я думаю, даже тут можно, не разбираясь, даже если вы никогда не пробовали, просто заходите, открываете, тут все понятно, вообще все просто. Так что, ребят, кому помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дукит, канал World of Games. И, ребят, всем пока и до новых встреч.